Как говорится, кто рано встает, тот идет на работу. Ну или на учебу. В любом случае, для всех вынужденных жаворонков и страдающих сов ребята из группы BN выпустили вдохновляющую песню. Называется этот трек «Ерте Тураб». Это песня для тех, кто работает или учится. В общем, всем тем, кто рано встает. Поклонники ребят уже нашли отличное применение этой композиции. Многие пишут комментарии, что поставят эту песню вместо звонка будильника. Такие вот интересные вещи происходят. Правильно делают. Нет лучше способа полюбить песню, чем поставить ее вместо сигнала будильника. Правда же? Ребята, кстати говоря, только этим позитивным треком ограничиваться не намерены. В данный момент мы не собираемся снимать клип на эту песню. Скоро будем записывать новый трек. Вот он выйдет сразу с клипом. Ну а если у вас назрел вопрос, почему троица решила обратиться к такой необычной теме, то мы ответим, у кого что болит. В последнее время очень много песен про любовь, жизнь или еще что-то в этом роде, поэтому мы решили выделиться и спели про ранний подъем. Кстати, если вы вдруг забыли, мы напомним, что в прошлом году BN не только умудрились заработать сразу несколько миллионов просмотров, но и снялись в кино, которое, кстати говоря, мы втроем трижды посмотрели. Но я однажды посмотрела отдельно от них со своими тетями, один раз с друзьями и еще раз с одноклассниками. Ну, если судить по тому, как часто вы сами свой фильм смотрели, явно смогли окупить его в первые же недели проката. А если серьезно? Мы окупились и все еще зарабатываем. Мы прокатили фильм по Казахстану, а в Кыргызстане он все еще идет. Насчет бюджета мы не знаем, но наш продюсер сказал, что фильм окупается. Что ж, поздравляем с успешным прокатом и выходом новой песни. Ну и, конечно же, ждем клипа.